Привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Да, на каком, друзья, нашем канале? Baby Go! Канал Baby Go! И сегодня у нас еженедельная рубрика «Лучшие комментарии», ответы на вопросы и подведение итогов. Друзья, мы вам напоминаем, что в наш топ еженедельно попадает лучшие комментарии, которые набрали больше всего пальцев вверх. Поэтому делитесь роликом с друзьями, просите, чтобы они также поддерживали вас своими лайками. А по поводу вопросов, как мы и говорили, задавайте нам от каждого подписчика по одному вопросу. И желательно не повторяться, лучше посмотреть наши предыдущие ролики. Вы там увидите много наших ответов на ваши предыдущие вопросы. Задавайте только то, чего задано еще не было. И, конечно, не забывайте, что продолжается наш конкурс «Угадай фото по фрагменту». И теперь оно проводится не только в Инстаграме, но и в ВК. И ссылочки на наш Инстаграм и ВК в описании. Ну а мы начинаем сегодня вопросом. Поехали. Итак, вопрос номер один прислала MLP Dragon. Вопрос номер один? Вопрос номер один. Сколько там лайков? Один? Да. Какой ваш любимый мультик? День, какой твой любимый мультик? Про малышариков. Про малышариков. Да, просто у нас был уже как-то вопрос про любимый диснеевский мультик. Но вот самый любимый мультик у нас про малышариков. Итак, поехали. Второй вопрос. Как вы относитесь к хейтерам? Вопрос прислала Ли Страй. Линечка, давай расскажем, что друзья в хейтерах, ну как, это, конечно, не очень хорошие люди, но от них никуда не деться. Их надо принимать как должное. И на самом деле они все равно поднимают статистику ваших роликов, ставят свои пальцы вниз. И когда они пишут всякие вредные, ненавистные комментарии. Так что мы на них стараемся не обращать внимания и даже практически никогда не пишем им ответ. Так что хейтеры, идите мимо. Да, День? Как надо сказать? Хейтеры? Мимо. И следующий вопрос прислала принцесса Виктория. Было несколько вопросов, хотя мы просили задавать не более одного. Но как на магазин Виктория? Как магазин Виктория. Сколько лет Дениске мы уже отвечали? Денис, сколько тебе лет? Сколько? Почти? Три. Почти три годика. Очень скоро, в сентябре, нам будет три года. Итак, давайте расскажем, каких видеоблогеров мы любим смотреть. Значит, я больше всего люблю смотреть блог Трансформатора. Я сомневаюсь, что он много кому понравится, поскольку это такой бизнесовый блог. Кроме того, я смотрю автоблогеров, потому что у меня до этого был тоже автомобильный канал, точнее канал, посвященный спортивной тематике. Периодически я смотрю всех блогеров по ЛПС. Что мы еще смотрим, День? Как ни странно, My Little Pony. И скоро мы снимем обзор на эту игру. Представляете, Денис у нас заинтересовался. Я до сих пор поражен, но что, нравится парню? Попробуем сыграть, да, День? Каких видеоблогеров смотришь ты, расскажи? Что ты любишь смотреть на ютубе? Канал Мизяка-Дизяка? Не Мизяка-Дизяка? Ёжик Жека? Да. Вот, День у нас любит смотреть Ёжика Жеку. А любишь смотреть Lego Knights Heroes? Любишь? Вот, Lego Knights Heroes. Что еще делать? Что ты еще смотришь? Мимишек, ты смотришь на ютубе? Да. Ну вот, мы еще, ну точнее, Диня смотрит некоторые мультики на ютубе. А у нашей мамы любимые каналы в основном это стоп-моушены. Это когда куклы снимаются покадрово, получаются очень клевые мультики. И да, мы периодически на такие каналы заходим и ставим пальцы вверх. Ну что, поехали к следующему вопросу. Перед тем, как перейти к следующему вопросу, принцесса Виктория просила передать ей привет. И давай передадим принцессе Виктории привет. Привет, принцесса Виктория. Итак, следующий вопрос прислала SenseGaster. Что такое белое? Белый это фон. Да, вот вопрос. А что такое первое? Первое это количество лайков. Один лайк. Это мы поставили. Очень хороший вопрос. SenseGaster спрашивает, а где вы живете? В доме или в квартире? Живем мы, конечно, в квартире. А вот этот фон, где мы сейчас снимаем, это не дом, это наша загородная дачная резиденция, где мы бываем летом у бабушки. Да, День, бываешь у бабушки летом? Вот. Следующий вопрос прислала Cody LPS Cat.
А кто меня комментирует под моими видео? Девочка или мальчик? Под твоим видео, как и под всеми видео, в основном комментирует наша мама. Поэтому девочка. Мама Настя комментирует. И привет и лайки в основном тоже она передает. Иногда я захожу, но у меня и так очень большая загруженность, и не всегда получается это сделать. Так что такие вот дела. Итак, следующий вопрос прислала Enderline Wi-Fi. А какие песни ваши самые любимые? Да, какие песни ты больше всего любишь? Вот, у Дениски самая любимая песня ......... А еще мы любим группу Beastie Boys. Частенько слушаем, да? Какую песню ты всего любишь? Beastie Boys. Как называется? Саботаж, вот так вот. Интергалактик еще. Тоже любимая песня. Иногда слушаем Depeche Mode, а вообще мы меломаны, мы много чего любим. Ляпис Трубецкой, например, да? Песня «Мяч», Грута, точнее, группа. А мама наша очень любит Мьюз, Помпею, ну, в основном такой инди-рок. Мы с ней иногда бываем на концертах. А иногда слушаем Stone Sour, Slipknot, ну, много всего. Не перечислить. Если брать рэп, то в основном это 25-17, такой правильный true рэп. Каста, Макарена, это вот наш хит этого лета просто, да, Денис? Там где про 100 метров поется. Ну что, пойдем к следующему вопросу. Касте поется. Пойдем к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос прислал Роман Егорцев. А что будешь снимать, когда ребенок станет взрослым? Ну, когда ребенок вырастет. Ром, на самом деле, ребенок растет, он становится прям вообще очень интересным. Я думаю, что, скорее всего, Дэн выйдет какую-то секцию и пойдет, может быть, заниматься картингом, футболом. И я думаю, что мы продолжим уже со спортивными дисциплинами. Ну и тем более, на самом деле, я очень часто снимаю советы родителям. И никто не мешает нам продолжать с мамой снимать челленджи и так далее. Так что у нас огромное поле того, чего мы можем снимать. Тем более, никто не мешает мне вернуться к моему старому каналу, потому что у меня будет больше свободного времени, когда Дэн будет взрослый. Вопрос прислал Супермарт Шоу. А вы снимаете с помощью ДУ рекодер, я прав? Абсолютно верно, ты прав. Это самая лучшая программа видеозахвата на телефонах и планшетах, по нашему мнению. Следующий вопрос прислала наша постоянная подписчица Raven Show TV. Какой ваш любимый цвет? Да, какой наш любимый цвет? Зеленый. Ну, кстати, папа тоже любит зеленый. И давай к нашей постоянной подписчице, которая попадает в наши лучшие вопросы и комментарии. И красный. Привет. И красный еще. Raven Show TV, большой тебе привет! Помашешь? Вот так вот, да? Ну, это были все вопросы. Комментарии были более скучные. И мы выделили по одному популярнейшему комментарию каждому видео за неделю. Сейчас мы трех победителей озвучим. Итак, первый комментарий нам прислала Данала. Она уже была неоднократно в наших роликах. Комментарий, как всегда, хороший и набрала нам больше всего пальцев вверх. Самый лучший и позитивный... 12. Давай зачитаем. Самый лучший и позитивный канал, который я когда-либо видела. Желаю вам 5 миллионов подписчиков. Привет! Привет, Дана Лайф! Давай дальше. Юлия Тян. Она тоже уже попадала в наши еженедельные выпуски. Набрала она 12 лайков. Вау, очень классно вышло и много-много смайлов. Юлия Тян, большой тебе привет. Давай помашем ей. Ну и к нашему субботнему выпуску Роберто Кекс, тоже наш постоянный подписчик. У вас новая задумка, молодцы. Роберто Кекс, передаем тебе привет. Да, что ты хотел сказать, что ты любишь? Кекс. Да, он вас любит, кекс. Это были все лучшие комментарии. Друзья, старайтесь быть более оригинальными. Зовите друзей, пускай ставят лайки, и мы обязательно увидим ваш комментарий, и он попадет в выпуск. Роберт Кекс смотрит на нас. Ну и, конечно, участвуйте в нашем еженедельном конкурсе «Угадай фото по фрагменту». И сегодня мы хотим объявить еще одну интересную штуку. Друзья, будет челлендж «Пухлый Google». Вы не один раз уже предлагали
попробовать снять такой челлендж. Мы с мамой подумали и решили, что этому челленджу быть. Друзья, ну и последняя, самая важная новость на сегодня. Мы хотим объявить еще один конкурс. Конкурс рисовалку. Рисуем Дэна. Работы принимаются в течение 5 дней. Дальше мы все работы, которые нам присланы, пишите в комментариях к этому ролику ссылки на свои работы на каналах YouTube или ВК. Либо же пишите нашей группе в ВК, ссылочка в описании внизу. Лучшую работу выберите опять же вы. Та работа, которая наберет больше всего пальцев вверх, а мы будем смотреть и по комментариям в YouTube, и по нашей группе в ВК. Победителя мы озвучим и дадим на него ссылку к еженедельному ролику. Ну а на сегодня это все. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе наших самых свежих новостей. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Поцелуй. Не поцелуй? Нет. Нет, надо попрощаться хотя бы. Помаши. Пока-пока! Пока-пока!